Добрый день, дорогие друзья! Категорически вас всех приветствую! И тут внезапно прилетает короткая, но интересная достаточно новость. В сети появились сливы катсцен нового дневника. Да, как вы знаете, разработчики обещали нам выпустить новый дневник о форварде, да. И вот в данный момент мы видим катсцены, которые будут использоваться именно в этом дневнике. Как видите, главными героями этого дневника станут три персонажа. Сам форвард, волшебник, либо же маг и наемник. Также, если вы видели, в предыдущем моменте использовался наш любимый кабанчик-дикаря. А это делает намек к тому, что, скорее всего, о дикаре тоже будет какая-то отдельная глава, либо же дневник, который будет, возможно, черт его знает когда, потому что все-таки они стараются выпускать по очереди, как были предоставлены персонажи. Эти вот персонажи, маг, наемник это и форвард, все это базовые персонажи, которые появились достаточно быстро. Что делает достаточно прикольный момент, то что история Identity 5 будет все-таки продолжаться, и разработчики не забывают о лоре своей замечательной игры. И вот здесь вот наш форвард начинает писать свой замечательный дневник. Ну что ж, как вы думаете, о каких персонажах и вообще о чем здесь будет рассказываться? Всем большое спасибо за просмотр, с вами был Аркадий, пока-пока!